Было две, станет три. Проезд в троллейбусах и трамваях подорожает на 1 гривну. Об этом на пресс-конференции заявил директор коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс» Дмитрий Жеман. Мы тоже поднимаем фонд заработной нашему персоналу. И это поднятие расходной части по ремонту, так как все дорожает. Мы вынуждены идти в ногу с нынешними реалиями. У нас есть водители, которые зарабатывают в месяц больше 10 тысяч. Есть водители, которые зарабатывают меньше. В то же время на официальном сайте коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс» пишут, что максимальная заработная плата водителей трамваев и троллейбусов составляет 4100 гривен в месяц. Откуда у бюджетного предприятия зарплаты в 10 тысяч гривен, Дмитрий Жеман не уточнил. Но отметил, что перевозка льготных категорий населения бьет по городской казне.